В этом году 132 многодетные семьи получат от региональных властей по 600 тысяч рублей. Речь идет о единовременных выплатах для граждан, воспитывающих 8 и более детей. На эти цели из средств республиканской казны предусмотрено порядка 80 миллионов рублей. Соответствующее постановление приняло правительство Башкортостана. Если раньше на такую материальную помощь могли рассчитывать многодетные исключительно с несовершеннолетними детьми, то с этого года поддержку также будут получать семьи с детьми в возрасте от 18 до 23 лет, независимо от того, учатся они или работают. В этом году, получается, мы еще более расширили категорию получателя, подвинув верхнюю планку до 23 лет. И это правильно, потому что в многодетных семьях, когда рождается восьмой ребенок, понятно, что старшие дети уже выходят из возраста совершеннолетия, но они продолжают учиться в СУЗах и вузах, да, и продолжают находиться на иждивении родителей. Поэтому мы считаем правильно, что расширили категорию получателей до 23 лет. И, соответственно, в этом году уже на эту выплату смогут претендовать еще больше семей. И как сообщили в региональном Минтруде, таким образом количество получателей господдержки вырастет в 3 раза. Для этого из средств республиканского бюджета дополнительно потребуется 52 миллиона рублей. Отмечу, сегодня в Башкортостане проживает около 46 тысяч многодетных семей.